Избирательные участки закрыты, голоса отданы. Осталось лишь подвести итоги. Алексей Русских от партии КПРФ побеждает на выборах главы региона, набрав больше 83% голосов. Среди 14 политических партий, которые приняли участие, лидирует «Единая Россия». В ее пользу сделали выбор 173 470 избирателей. Это почти 40%. Протокол номер один окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу номер 187. Это очевидно, что это самый конкурентный округ. Здесь победу одержал Кононов Владимир Михайлович, 56 118 голосов, 28,91%. На площадке пресс-центра «Единого дня голосования» 19 сентября в прямом эфире выступали представители политических партий, эксперты, политологи, а также руководство областного избиркома. Главное преимущество, которое отметили присутствующие – чистота избирательного процесса и достойная гонка кандидатов. Я думаю, что наша первая особенность в том, что выборы проходят в спокойной обстановке. Я уже говорила, что если бы, скажем, на выбор губернатора у нас была представитель «Единой России», представитель КПРФ, в старом варианте, не буду называть фамилии, то здесь бы неизвестно, что творилось. Было бы и ожесточение, и конфликты, и демонстрация всяких. Дала свои результаты и стратегия по ведению трехдневного голосования. Разделение потоков людей позволило исключить риск заболеваемости. К сожалению, пришлось нарушить добрую традицию выборов. В школьных холлах вместо ярмарки с домашней выпечкой развернулись стенды с антисептиками, масками и перчатками. Кроме этого, в качестве нововведения видеонаблюдения в эту избирательную кампанию тоже положительный момент. Большой объем информации сейчас зафиксирован, которым можно распорядиться в целом для установления тех или иных обстоятельств, если будут возникать вопросы. Камеры видеонаблюдения помогали в реальном времени следить за выполнением условий хранения бюллетеней, соблюдением нормативных правил и требований. Всего на 19 сентября с избирательных участков поступило 32 обращения в полицию с нарушением правил. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.